Доброе утро! У нас сегодня 24 декабря. И я, как всегда, рабочая неделя у меня, праздники для меня закончились. И я еду на зумбу. Вчера в воскресенье проваляла дурака. Дэниел нагрел джакузи, я, конечно, раза три ходила в джакузи. Посижу в джакузи, поваляюсь в кровати. Честно сказать, у меня, ну, типа, простуды, что ли. Никак еще с носом не разберусь. Поэтому я, по-моему, 4 дня не ходила в спортзал. Ну, знаете, когда из носа льется, не очень удобно заниматься. Но на вечеринке вроде все нормально. Капли накапала, отплясала, отвеселилась. Было очень весело. Конечно, лучше бы это рассказать на прямом эфире. Но не знаю, смогу ли я, будет ли время. А вот сейчас еду, пока видите, у всех машины, все празднуют. У большинства выходные, несмотря на понедельник. Семьи из других штатов обычно приезжают и вместе проводят время. Но также и выходные в основном отмечали те, кто работает. Меня приглашала сотрудница Activity тоже к себе, ну, в это же время, как и у Наташи вечеринка. Поэтому приятно, что она приглашала, но бегать туда-сюда, знаете, это не то, не сё, как говорится. Хотя она уговаривала, очень уговаривала. Дэниелу очень понравилась вечеринка, так как он любит переодеваться, любит костюмы. И забыл даже, что у него то спина болит, то еще что-то болит. Все напередевался, тасы такое, как с него этого снеговичка-то сняли. Он не хотел его снимать, уж больно ему понравился снеговичок. И он в нем такой стройненький оказался. Как прямо вот в армейские годы. Комбинезончик-то на себя одел так. Очень довольный остался, говорит, спасибо, что ты меня взяла. Вот, повеселился. Я так думаю, он прямо был один из мужчин, из самых активных участников. В основном мужчины сидели на улице, общались у костра, пили пиво. Ну, Дэниел не пьет, но бегал, бегал. То костюм покажет, то Сочи в фотографии, то еще, как маленький ребенок, хвастался, в общем-то, отдохнул хорошо, все хорошо было. Но он, когда мы приехали домой в 11 часов, у него один объект нужно до утра было убрать. Это где кровь сдают, плазма. Она каждый день убирается. Хороший контракт. Ну вот такой контракт. Каждый день надо убирать. И он, значит, поехал на работу. Отработал, вернулся домой. А раз он в субботу не работал, в воскресенье, естественно, у него еще и другие объекты. И утром, я не знаю, где-то часов 11 он встал и поехал опять на работу. Я вышла, значит, в пижаме его провожать. Он, как обычно, паркует свой трак на обочине. Я потом вам покажу. Ну, асфальтированная дорожка к дому подъезжает. Но так как я из гаража боюсь выезжать, очень тяжело мне, если плотно машина стоит. Он, значит, старается на сторону парковаться, на землю, как говорится, съезжает с асфальта. И вот можете себе представить, что произошло? Значит, он начал сдавать назад. Но он обычно сдает назад и в сторону, чтобы выехать на асфальтированную дорожку у дома, чтобы там колеса, там канава у самой дороги, чтобы, как говорится, бережет колеса от
меньше тряски, чтобы было. Выезжают на дорожку асфальтированную. И вот представляете, он выезжает на асфальтированную дорожку. Я в это время поворачиваюсь и иду в уже обратно домой, начиная закрывать гараж. И напоследок поворачиваюсь. Гараж наполовину был уже закрыт. И я вижу в отверстии в оставшееся, как, значит, Дэниел задним корпусом трака повернул на асфальтированную дорожку у дома. И в это время с дороги повернула без предупреждения, что приедет. Никто ее не ждал, Лорету. Она поворачивает. Естественно, никто гостей не ждал. И Дэниел не ожидал, что в это время у него, значит, у дома на его территории будет машина. И он заехал прямо ей, ударил ей в задний корпус, со стороны заднего корпуса. Ну, не с заднего, но со стороны. Вот такое происшествие произошло. Ну, она приехала, вот подарочек мне привезла на Крисмас, по-быстрому торопилась, говорит, дома гости, заходить не стала. И так как у ней, конечно, из пластика машина, то кусочек там оторвался. Ну, Дэниел сразу ей дал, значит, карточку страховки нашей. И пока он ехал на работу, извинился. А что делать? Оба виноваты. Извинился. И поехал все равно на работу, дорогой позвонил в страховку, сообщил о своем, значит, происшествии. Вот. Страховка наша все оплатит, естественно, ей. У нас это первое у него происшествие за всю жизнь. Ну вот, знаете, никогда не думаешь, что... Вообще машина у нее, как вы помните, она у нее очень тихая. Наш у нее работает, господи, на воздухе, по-модному-то сейчас, пока вспомнишь правильные слова. И она очень тихая. И вот в это же время ей надо было поворачивать, когда он выезжал, понимаете? Но она не ожидала, что он вместо сдавал прямо, он будет немножко скосит, как бы выезжать на эту. Она, конечно, об этом не подумала, а он не подумал, что кто-то в это время заедет на его, значит, территорию. И вот такое произошло. Хорошо, все обошлось малыми потерями. Ну, на празднике Лорета с побитой машиной сбоку, у нее кусок торчал там пластика. Все, конечно, и дадут, и машину новую, и бесплатно все отремонтируют. Не знаю, у нас может страховка увеличится в оплате, не знаю. Но Дэниел говорит, это первое происшествие, поэтому, вероятно, ничего и не будет. Повышение. Хотя хочу сказать, что пришло, значит, ну, раз в полгода приходит пакет страховки на машину, и вот на $200 дороже, еще без происшествия с января, вот чтобы на полгода заплатить, а полностью у нас за две машины было $600 на полгода, $600 с чем-то, а сейчас пришло 800 с чем-то уже. Цены растут на все услуги, медицинские страховки, на страховки на машины, зарплаты, так сказать, не особо растут тоже. Ну вот так вот, Дэниел, конечно, тоже был расстроен, хотя с Лоретой созванивалась, она не обижена, ничего, гад, говорит, все, ну, Бог все исправит. Все будет нормально. Главное, что мы не пострадали. Совершенно виноваты они оба. Ему было не видно сзади, кто там шмыгнул. Понимаете, это же трак. Он говорит, все, он смотрел, конечно, как выезжают. Но настолько это произошло быстро, что она... Если бы мы ее ждали, мы же никто не ждал ее. И она вот видит, что трак двигается, могла тоже подождать, не поворачивать. Но она в это время решила, значит, как бы с запасом повернуть, не ожидая, что он траекторию-то изменит, будет выезжать на асфальт.
ударил ее корпусом. Конечно, неприятно это, но это жизнь. Это жизнь, и надо, как говорится, радоваться, что обошлось малыми потерями. Дэниел говорит, для того и платим страховку, чтобы иногда ей пользоваться, а не только всю жизнь платить. Платим-то, как говорится, честно, добросовестно. Я вот 20 лет здесь, и 20 лет плачу, и слава богу, я не пользовалась. Наташа тогда стукнула мою машину, выезжала, так это ее страховка покрывала. Зеркало я об мусорку ударила, так я за это не стала платить, все равно страховка это не стала. Оно нормально, все видно. Так что всех все бывает. Ну, Дэниел немножко, конечно, все равно расстроенный, так как вроде осторожный всегда и ездит аккуратно. И ну, такое, так, видите, как может быть, совершенно никто не ожидал. Лоретта тоже, конечно, торопыха. Могла бы подождать, пока видит, что выезжает, так ей-то виднее было, что трак двигается, подождала бы, чтобы он выехал. Одновременно у них. А я, главное, в эту щелочку-то вижу, что он едет на машину, ну, гараж-то уже закрылся наполовину, он на меня не смотрел, он смотрел на заднее стекло. Пока увидел, что там маленькая машинка оказалась. Но тем не менее, что жизнь продолжается. Я еду на тренировки заниматься. Надо продолжать. Вес упорно стараться вернуться в исходное положение, поверьте мне. Я добавила где-то килограмма два после операции, несмотря на все мои старания. Это очень-очень тяжело удержать вес. Это самое тяжелое. Скинуть-то его можно с какими-то определенными усилиями. Но как его удержать, я не знаю. Ничего сладкого вот так, чтобы, знаете, ну, поела на вечеринке, в конце вечеринки там какие-то маленькие, не сладкие, вот, не печенье, а там вот они именно маленькие какие-то вкусняшечки. С чаем с Наташей попили мы. Вот это и все. Я знаю, что на работе я ни конфеты, ничего не ем. У нас сейчас везде там конфеты от бабушек. Их родители приносят, угощают нас. Но я очень стойко держусь, я конфеты не ем. Ну вот гуляли. Жалко, что на Новый год не сможем. Продолжаем свой ритм трудовой. Уже вот все, начинаю я без тренера. Сегодня на зюмбу еду. А так буду по классам смотреть, на какие классы буду попадать. Хотя 4 раза, наверное, не буду я ходить. 3 раза достаточно. Вообще хотела в воскресенье пойти в фитнес и поплавать, и в джакузи. Но после того, как Дэниел нагрел джакузи дома, думаю, ну что я попрошу-то вот. Дома-то красота, без купальничка. Халатик накинула, в джакузи посидела. Классно было вчера. Даже одно, и это вообще блаженство. Отдохнула отлично, восстановилась. Массаж включишь, на улице прохладно, тихо. Вода горячая. Посидела. 3 раза, да. Не, мы после вечеринки с ним, когда пришли домой, мы тоже ходили в джакузи. Она у нас нагрета была. Посидели в джакузи, потом уже спать пошли. Как-то быстро вечеринка закончилась, как обычно. Готовишься, готовишься, а потом раз, так все быстро.
цвет хорошо. Дэниел выбрал безо всякого, говорит, это самое то, что на Крисмас. Очень подходит, очень. Ты должна быть фестив, это значит яркая, соответствовать празднику. И поэтому он сказал, только эта кофточка и эти брюки, это самый отличный наряд. И мне было удобно в них, но кофточка, конечно, эти блески, накрошились там Наташа на полу, так она говорит, вот теперь надо будет блески эти убирать. Зачем ты, говорит, в этой кофте ко мне пришла? Ну, говорю, извиняйте, у меня вообще-то первая кофта с блесками, если честно. Я не знала, что они могут сыпаться. Ну, наверное, если пришитые, настоящие, так не сыплются. Но ничего страшного, как без этого. Как говорится, праздник, вот видите, переодевание, это как у нас на Новый год, вот в костюмы. Так и здесь на Крисмас. Тоже, видите, любят по-смешному одеваться, но со своей тематикой. Вот как у нас на работе, со своей уже тематикой, вот именно из своих мультиков, из своих сказок. Всякие гномики. Видели, как на работе у меня одеваются, и мы, естественно, тоже почудили. Из мешка было очень интересно, когда кто что доставал, одевал. Самое красивое у нас получилось Надюшка. Она прямо все самые достопримечательности. И уши, и футболку Санта-Клауса, и трусы Санта-Клауса. Все досталось Надюше. Молодец. Она прям самая у нас красивая оделась. Здорово. А, ну еще Света. Света, вот как раз вот если бы кому-то так и не получился этот корсет. А на Свету он прямо подошел. Корсет, она его так одела сверху, вообще вытяжечку. Тоже очень удачно вытянула она наряд. Только для нее он и подошел больше, наверное, никто не одел. Самая стройная. Хотя не знаю. Лена у нас тоже стройная, но Лена... У нее стиль бога, поэтому я ее даже и фигуру и не видела, и не знаю, насколько она стройная. А Леночка еще у нас тоже совсем есть худенькая. Еще другая Леночка. У нас было две Лены. Леночка, у которой сапожки узкие были. Такая вот, знаете, тоже она мне нравится. Непосредственная, открытая. Общительная, милая, добрая. Так все, знаете, муж у ней такой же, мы потом еще долго разговаривали в конце вечеринки с ними. Живут там в лесу они. Очень-очень нравится. Он очень такой, знаете, умный мужчина. Она ему помогает тоже все на компьютере, там что-то. Приятно, конечно, с разными людьми, уже которых знаешь, но пообщаться. Я старалась со всеми немножко пообщаться, несмотря на то, что, как там пишут, и английский плохой, и говор деревенский. Но меня это не останавливает, я общаюсь с людьми, и я думаю, что никого это тоже не смущает. Посмотрите, Christmas Eve, все забито. Я даже парковку не могу найти. Вот так вот здесь занимаются спортом. А то американцы толстые, безобразные. Вот даже здесь парковки нет. Ну-ка вот здесь вот. Уже от зала-то далеко. Все. Я припарковалась, пошла вытанцовывать зумбу. Пока.